Знакомые лица. Привет, привет. Так, все меня слышат? Дайте знак. Привет, привет. Здравствуйте. Аленочка, привет. Благодаря тебе я здесь, получается. Добрый вечер. Привет. Так, сейчас чуть-чуть еще подожду и буду знакомиться более детально. Да, здравствуйте. Уже больше 100 человек, просто бомба. Привет. Здравствуйте. Итак, зовут меня Лиза. Сегодня моей задачей будет в рамках этого марафона, я так думаю, моей задачей будет показать, рассказать и доказать, что танцы — это интересно, красиво, весело, и это тоже позволит ваше тело держать в тонусе. Вот. Мы начнем с вами с разминки обязательно, потом мы с вами выучим очень простую хореографию, которая подходит для начинающего, для новеньких, и закончим, наверное, вопросами, ответами. Вы со мной поболтаете, зададите вопрос соответствующий. Привет из Киева, здорово была у вас зимой, давала там класс. Привет, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер всем. Спасибо, что вы присоединились так поздно ко мне. Да, давайте пока все присоединяются, я вам расскажу, что нужно для тренировки. Да, для тренировки вам нужно пространство дома, либо вы снимаете студии, если вы хотите дома потренироваться, то вы выбираете большое помещение без каких-то острых углов, чтобы там было свободно, хороший воздух, водичка вам нужна и удобная одежда. Вот. Привет, здравствуйте. А в Дагестане я еще не была. Да, супер. Обязательно перед танцами мы разминаем. Сейчас я покажу, как это делать. Для тех, кто зарегистрирован в Coral Club на этом марафоне, вы получите чек-листы. Вы их получаете после каждого эфира. Там есть мой чек-лист по поводу разминки перед танцами, по поводу танцевальной разминки. У меня план сегодня тверд научиться танцевать, а вы? Нет, сегодня не будет очень много твердка, будет более женственная хореография, но вы можете приобрести мои видеокурсы в моем личном аккаунте, пишите. Добрый, добрый. Так, ну что, давайте, кто готов начинать, поставьте плюсики, если их будет много, то мы начнем с вами разминаться. Разминку я буду проводить без музыки, чтобы вы меня хорошо слышали, чтобы мы все какие-то зажимы в теле с вами размяли хорошо. Супер, супер, 186, 187, да, уже один плюсик у нас есть. Для этой хореографии вы можете в качестве обуви взять хилсы, то есть каблуки, это я для девушек говорю, либо вы можете танцевать в носочках, босиком, либо в кроссовках, кому как удобнее. Добрый вечер. Ой, все знакомые лица тут. Да, давайте потихоньку начинать. Начинаем разминаться. Кто присоединится, тот присоединится. Поехали. Начинаем мы разминку с головы. Сверху вниз будем с вами идти. Поехали. И вытягиваем шею направо. Не просто кладем на ушко, а именно вытягиваем в сторону и налево. Видите, со мной делаем направо и налево. Затем вперед и смотрим на потолок. Снова вперед и смотрим на потолок. Задерживаем. Ставьте справа ушко, прям прижимаете ушко, кладете другое ушко на правое плечо, а левое опускаете вниз, и мы его держим. Раз, два, три, четыре. Затем налево, правое плечо опускаем соответственно. Раз, два,
Молодцы. Теперь делаем полукруг слева направо. Направо. Налево. Направо. Налево. И сзади будем назад. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Далее. Плечики. Разминка будет немного танцевать, чтобы вы уже были готовы к этому. То есть мы будем делать каких-то силовых упражнений, развивающих типа приседов, выпадов, каких-то наклонов. Мы будем делать все плавно, чтобы у вас тело уже подготовилось. Да? Поэтому мы плавно плечо правое открываем, левое. Правое, левое. При этом ручка у меня от локтя до кисти, она не сжатая, не по краям корпуса, она у меня летает. Налево, направо. Колени всегда мягкие, то есть полусогнутые, я не стою вот так, как истукан, а наоборот, к этому импульсу поддаюсь. Бум, 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 бум. И вперед. Правое плечо, левое закрываем, правое. Левое прокручиваем целый круг. Молодцы, сразу оба плечика. Назад, назад, через круг. Сами делаем. Раз, два, три, четыре. Буду говорить погромче. Шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре. Как мне слышно? Пять. Шесть, семь, восемь. Молодцы. Опускаемся ниже к локтям. Раскручиваем локоточки. Да, чуть добавим танцевальности. Мы будем вот так раскручивать. Налево, направо. Также я делаю небольшую петлю. Вот такую восьмерку. Налево, вперед. Направо. И не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. На пять. По кругу. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Да, в любом случае вы меня видите, что я делаю. И можете, да, повторять за мной, если все-таки вам плохо слышно. Я, к сожалению, ничего не могу с этим подделать. Дальше мы делаем с вами волну обеими ручками. Я поднимаю плечики, поднимаю локти, при этом плечи у меня опускаются, выложу руки. И получается раз, два, три. Пробуйте, пробуйте. Не совсем легкое задание, но попробуйте через прожим плеча и вот так вот сделать волну. Ага, чтобы сразу все суставчики задействовались. И раз, два, три. Четыре. Да, давайте я отключу чат, уже все у меня хорошо слышно, я поняла. Вот, потом я проведу, значит, хореографию. У меня не будет, к сожалению, с вами какого-то коннекта, но я ее проведу, затем включу обратный комментарий, и вы зададите мне свои вопросы. Договорились? Давайте так и сделаем. Все, выключаю комментарий, I'm sorry. Все, поехали. Работаем с вами. Дальше. Плечики, ручки, мы с вами с ними поработали. Плечи, грудной клетки не работают совсем. То есть вы постараетесь их расслабить и растягивать клетку наверх. Раз, два, три, четыре. Я не делаю вот так. Да, я сейчас не работаю, я только грудная клетка работает. Как будто я делаю глубокий вдох. Вы же когда вы еще не делаете так, да, поэтому вы просто работаете грудной клеткой наверх. А теперь то же самое, из базового положения ваше спокойное вам вниз. Вовнутрь, да, прячьте прямо под ребрышки. Раз, два, три, четыре. Теперь засунем грудную клетку под ребрышки и вот так скрутимся, потянем стенку. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Да, запустили. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Ручки расставим в сторону. У нас в грудной клетке есть четыре точки. Влево, вперед, вправо, назад. И мы работаем налево, вперед, направо. Себя посунули. Вперед, себя мы уже до этого делали с вами. Налево, вперед, направо. Себя и наша задача округлить вот эту вот траекторию, которую мы по точкам начертили. Мы вытаскиваем грудную клетку и вытаскиваем. Пункт. Ручки за вами убегают, они стоят на месте, они меня стабилизируют. Окей? Раз, два, три, четыре. Если не получается, отрабатывайте только по точкам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, а то уже будете округлять. И в другую сторону. Вправо, вперед, лево, назад, вправо, вперед, лево, назад. И по точкам вы все собираетесь. Ага, это прям база, это нужно отработать. Мы будем, вообще
вот советую, да, двигаться от простого к сложному. Сначала все базовые вот эти вот штуки понять, круги, полы, волны, а потом уже переходить к каким-то сложным управлениям, да, и вот реагировать. После грудных переходим еще ниже к тазу, мы коленки чуть сжимаем, и так работаем налево, направо. Просто выгибаем косточки, я не делаю в сторону, я стою на месте, у меня одна ось, я работаю лево, вправо, лево, вправо. Лево, вправо. Ручками можно как будто сделать впечатление, что вы выбиваете кулачком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Также у нас есть точка, как можно клетки вперед-назад. Выбиваем вас вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. И округляю как грудную клетку, дубавлю. Все свои круговые возможности, да, вперед, направо, лево, назад, вы задействуете. Эй, эй, эй. Покажу бок, я буду бум, 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 бум. Молодцы. Пускайте ниже, у нас с вами остались колени. Мы делаем круговое вращение в одну сторону пару раз. Два, три, четыре, и в другую пять, шесть, семь, восемь. Делаем вращение вовнутрь. Вовнутрь, и отсюда раскрываем, 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 раскрываем. Молодцы. Ножку мы ставим на полупальцев, толкаем пяточку вперед, и на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и круговое вращение будем на сколько раз, два, три, четыре, обратно. Работал. Угу. Не получается ничего страшного, не расстраивается.
первой части, не только сегодня, да, во всех хореографиях, и поэтому ручки должны быть сильные, прям, и на другую сторону, вот так вот сюда направили, и тоже потянули. Угу, потянули плечико вправо, вынули, и потом влево. Угу. И последнее, что мы сделаем в качестве разминки, вы вот внизу живота опускаете, не голова опускаете последнее, будем руки у нас свободны, и поднимаемся, поднимается голова. Это удобно, да, если никакого дискомфорта это не вызывает. Ага. Сколько у нас сейчас человек? 245. Отлично. Прошло 15 минут. Супер. Ну, разминку я провожу минут за 10-15. Чаще всего она очень прям такая энергичная. Все уже горячие, мокрые, красные. Вот. Надеюсь, что вы тоже хорошо разогрелись. Если сейчас вы почувствуете, что где-то нужно еще, можете постоять в планке, попрыгать, поделать приседания, если вам недостаточно. Просто я уже реально разогрета. Вот. По поводу трека. Трек я сейчас не буду здесь писать. Я его напишу при сохраненном эфире, напишу в комментариях. Вот, чтобы вы могли потренироваться, если вам понравится урок, вам понравится связка, понравится трек. Вы можете после прямого эфира и повторить без вот этого прямого эфира просто по трек. Вот. Или можете во время тренировки посматривать прямой эфир и смотреть его и тренироваться. Можете мне его прислать, мне отметить, мне будет приятно, и я посмотрю, как у вас получилось. Вот. Так, ну давайте с вами начнем. Нужно еще, наверное, проверить каблук. На колонке. Ну, здесь будет не очень громко. Называется трек Feeling So Sexy. Он такой достаточно женственный. Надеюсь, мужчины не обидятся, а просто посмотрят вот над этим действием. Поехали. Начинаем мы вот с того. Будет немножечко теории, теоретической информации, как что он называется. Вот. Мне тут подсказывают. Давайте я сделаю так. Угу. Вот, надеюсь, что я сейчас чуть еще приоткрыла. Звук. Надеюсь, что все слышно. Угу. Поехали. Что мы будем делать? Первое движение называется слайд. Так, сейчас еще чуть-чуть. Пущу камеру, чтобы вы меня видели еще лучше. Хорошо слышно. Отлично. Надеюсь, что все офигенно. Поехали. Первое движение называется слайд ногой. Смотрите, я стою на опорной правой ноге. Вы делаете все зеркально. Левую ножку делает. Да, это я делаю ввиду своей грудной клетки, своим тазом, то есть вот мой корпус, он первостепенный, он меня ведет вперед. Хоп. Да, то есть я делаю волну, как мы с вами делали на разминке, и я подвожу ножку. Ножка у меня стоит очень красиво на носке. Угу. Ручками отдельно я делаю та-та-та. Вот такую вот ту-ту-ту мельницу наверх. Угу. И соединяем. Раз, два, три. Не делаем слишком много, тут всего раз, два и остановились. Окей. Что еще такие важные моменты? Ручки должны быть сильные, никаких таких вот слабых рук. Мы все делаем через прожим, через сильные мышцы. Вроде бы простое движение, но все нужно делать.
память работать, а не голова. И поехали. Первое движение. Та-та-та. Затем мы оставляем левую ногу на то же место, и таз делает лодочку. Раз, два. Угу. На мягких коленях я делаю ду-ду. Что у меня с корпусом? Раскрытые плечи, грудь вперед, смотрю сверху вниз. Совершенно уверенное положение вашего стана, так скажем, вашей головы, то есть вы королева. Бум-бум. Хочу вот так, чтобы сделать. Поехали. Раз, два, три, и мы делаем бум-бум. Кто хочет, добавляйте руки. Руки будут такие. Это мы уже прошли, рукой я делаю воу-воу. То есть из центра я вывожу левую ручку, правую. Они двигаются по одной линии, никуда не уезжают в стороны. Я делаю налево, направо, в такт своей лодочки. Итого, у нас слайд с таким моторчиком. Затем тут миллисекунда ожидания, и я иду налево, направо. Отсюда я собираю. Собираю левую ножку опять к правой. Я делаю, хватаю, так скажем, не знаю, стены и к себе прижимаю. Это именно происходит синхронизация руки и ноги. То есть нет такого, что сначала рука, нога пошла, а потом руки. Нет. Все одновременно бум! Я к себе вот к тазовым косточкам подцепила. Понятно? Бум! Это движение тоже нелегкое, я не делаю так. Я прям хватаю, опускаю корпус вниз, плечи мне берут замах. Вот они сюда, ушки подходят. Бум! И поджимаю к себе. Нога снова делает слайд. Она через слайд выходит. Не бойтесь наклоняться в корпусе, пусть он работает. Покажу в профиль. Я делаю воу. И сюда подтаскиваю свою ножку. Танец это тоже, так скажем, актерская игра, некий такой театр. Поэтому нужно все делать, вообще все представлять в танце. Поэтому, когда вы делаете такие штуки, представляете, что вы реально берете какие-то рычаги, веревки. Такие, которые сильно натянуты, не просто они слабенькие. Тогда у вас появится вот эта внутренняя сила в танце. Как будто вам трудно танцевать. Вот такое должно быть впечатление. Уф! Не просто уф, а бум! Окей? Давайте соберем и по музыку покажу. Я делаю слайд с таким моделью. Бам! Чуть-чуть жду и иду в сторону через лодочку. Раз, два. Сижу я на прямых ногах, а на полусогнутых. Отсюда я беру и собираю ножки. Руки у меня вот так хватаются. Ну, как хотите, можете так схватить. Да, мы просто уже привыкли какие-то каракули делать. Так, давайте попробуем с вами под музыку это все представить. Сейчас я ее включу. Вы мне скажете, точнее, вы мне не скажете, к сожалению, но я надеюсь, что будет не очень громко. Так, это будет звучать так, получается. What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room. Это я вам примерно показала, как это выглядит просто по звукам, да, чтобы вы понимали, когда начать. Давайте еще раз послушаем, когда мы начинаем. Мы начинаем в такой глухой звук. Слушаем. Hello? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheet. Come on, dress me up. Сейчас посмотрите, я сделаю в полный рост, отойду. Вы посмотрите и потом уже сделайте со мной. Сначала просто поймите по звукам, по музыке, да? Синхронизируйтесь со мной мысленно, por favor. Поехали. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come on, dress me, I'm feeling so sexy. You feeling so sexy? Ага, надеюсь, что все понятно. Давайте три раза мы с вами сделаем вместе. Вставайте, поднимайте попки и будем работать. Да, первый раз сейчас можете делать, смотря в экран, да, чтобы со мной поймать контакт, поймать именно ритм. What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheet. Come on, dress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. И
второй раз. Sorry. Могу станцевать сзади, вот так. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheet. Come undress me, I'm feeling so sexy. You feeling so sexy? I'm feeling so... И сейчас будет последний раз. Ну, мы будем все время с самого начала делать, но все равно... Hello? What's up? What's up, baby? What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheet. Come undress me, I'm feeling so sexy. Потом она говорит black sheets, и мы делаем прямо на эти слова по движению. Black sheets, первое слово, второе. Мы собрали, посмотрите, что делают ноги. Левая нога у меня была на полупальце, вот так стояла, после того, как я ее собрала. Я ставлю ножку на нее, а правую тоже в сторону. И получается раз, два. Еще раз. Мы взяли и делаем раз, два. Step by step. Еще раз. Хоп. Я делаю раз, два. Что делают руки? Здесь они у меня прижимали. Левая ножка ставится. И здесь я провожу по грудной клетке, раскрываю. И затем выхожу сюда. Бум. Делаю волну таза. Еще раз. Отсюда я делаю раз, два, три. И получается, что я работаю с двумя диагоналями. Я работаю с правой диагональю и потом с левой. И все это в одном моменте. Не нужно делать точку, потом сесть, потом развернуться точку. Нет. Раз, три, два. Здесь колени широко раскройте. Пусть будет такой прием. Еще раз. Будем отсюда идти, чтобы вы понимали со степом. Я собрала ножки, делаю black sheets и собрала здесь. Как делать волну тазом? Чтобы делать тазом волну, нужно сначала, чтобы делать волну, неважно чем, нужно сначала взять амплитуду замах. Поэтому сначала я таз подкручиваю вперед и затем вывожу назад. Подкручиваю вперед, вывожу назад. Подкручиваю вперед, вывожу назад. Итак, мы сделали. И я делаю step. Step и step. Что с руками? Мне не нужны вот такие руки слабые, да? Не бойтесь себя трогать, никогда в танце ничего, футболка не сотрется, поэтому мы прямо бум по себе проводим, чувствую ткань, иду вниз, чувствую, бац. Окей, это очень важно, я уже представляю, как многие из вас делают что-то в воздухе, нет, бум, трогайте себя, бум. Должно служить впечатление, что вы именно руками на себя нажимаете, управляете. Я нажала руками, у меня грудь раскрылась. Нажала руками, и у меня волна таза. Соединим все вместе. From the top. Мы сделали с вами моторчик слайд. Чуть-чуть подождали, сделали лодочку. Лодочку. Через прожим собрали ножки. Сделали раз, два, три. Это будет быстро, к сожалению, или к счастью. Я делаю black sheets. Это нужно отработать. Собрали black sheets. Локти здесь высоко. Наверх и вниз. Ставим ноготочками погоды. Это обязательно. Если вы ставите так, у вас локти прогибаются, и корпус будет не очень симпатичный, да? Горбатый, когда вы ставите ручки в стороны, то у вас красивый здесь проник. Показываю. Смотрим. Всего добавили до движения, сразу буду показывать, все соединять. Поехали. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. You feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Давайте посмотрим еще раз. Наверное, вы испугались, что там быстрый переход. Если кому непонятно со степом, вот эта вот штука, вы можете не заморачиваться, когда вы поставили ногу, сразу поставьте ее полностью к земле, к полу, да, и сделайте просто шаг и уйдите вниз. Главное, чтобы вы делали в сторону, право, лево, право сверху, лево снизу. Смотрим. Сделаю чуть потомче, на всякий случай. Hello? What's up? What's
up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress. Давайте пойдем дальше, дойдем до чекпоинта одного. Погнали. Мы сделали black sheets. Отсюда мы не встаем. Я ставлю ручки вперед, хватаю что-то, напоминаю, что мы все это верим в то, что хватаем. И к себе прижимаем бам, проводим по корпусу бам и указываем на себя бам. Угу. Еще раз отсюда мы делаем к себе. По себе. Бум. Угу. Здесь акцент, чем я делаю? Ручками. Вот у меня большие пальцы на себя направлены. Таз у меня делает бум. Грудь у меня делает бум. Голова делает бум. То есть вам нужно делать бум. Акцент. Но не бум не сильно, а прям такой точный па. Угу. Называется бабу. Бум. Угу. Соединим. Мы делали black sheets. Отсюда мы ручки вперед к себе. По себе бум. Не удастся из-за скорости трека сделать очень детально, прям хоп, хоп, хоп. Нет, такого не будет. Мы сделаем это быстро, по себе бум. Еще раз, по себе бум. Угу. Прям запомнить, как таблицу умножения. Это будет на словах. Come and dress me. Come and dress me. Давайте все соединим с самого начала. Итак, у нас слайд левой ногой, ручки делают моторчик. Тогда делаем лодочку, все это собираем, выводим правую ногу вперед, делаем грудь, таз, собрали в себе, по себе провели, показали на себя. Первая часть более медленная, а вот эта будет побыстрее. Посмотрите, пожалуйста, да, потому что я сейчас покажу. И ничего не бойтесь. Все получится. Просто, может быть, вам побольше времени нужно будет отработать. What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me. Все нормально. Вдох-выдох. Я думаю, вы все сможете. Давайте еще раз. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress. Еще одна такая ремарка. Если здесь совсем все, ну не то что плохо, а вы не можете успеть, просто какое-то движение лишите своего внимания, просто его не делайте, да? Такое в группе моей было, когда я делала эту хореографию, ничего страшного. Вы можете сделать come and press me без тела. Come and press me. Давайте я покажу такой вариант, да, чтобы вам было полегче некоторым. Кто сумел, тот делайте full версию полную. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. Понятно? Надеюсь. Да, мне никто не отвечает, к сожалению, потому что комментарии попросили выключить, но я ментально в вас верю. Давайте пойдем дальше. Погнали. Итак, мы сделали с вами come and dress me. Затем нужно сделать классную штуку. Мы левую ножку, опять левая нога, потому что я решаю все дело слева, с левой рукой, с левой ногой. Левая ножка подходит к правой. Ага. Подходит так, чтобы у меня пяточки были вместе, а носки чуть больше. То есть я не так подхожу, не так, как раньше, а я делаю степ. И у меня делает таз круг. Колени у меня в сторону ходят, я делаю раз, два, села. Угу. Тот, кто сейчас работает, танцует не в кельцах, не на каблуках, вам чуть потруднее, потому что у меня держат каблуки на весу.
лицо, а вам нужно стоять на вот так на корточках. Получается, что вы должны на полупальце стоять, пятки должны быть вот так. Например, видите, я их еще больше приподняла, чтобы мне не касались. То есть не вот так сидим, а вот так красиво. Когда мы спускаемся вниз, конечно, для новеньких будет тяжеловато себя скоординировать, не упасть, нужно постараться держать корпус прямо. Чуть-чуть, если вы ось начинаете наклонять, вы, скорее всего, упадете, будете так держаться. Но даже если вы падаете, попробуйте красиво обыграть, чтобы никто не понял, что вы упали. Бум-бум-бум. Да, и все можно выйти, да, красиво. Давайте еще раз разберем. Значит, мы с вами сделали камушка СМИ. И мы подставляем левую ножку, делаем раз, два, все. То есть я делаю полный круг, как мы делали на разминке, но при этом я опускаюсь вниз. Колени у меня в сторону, пятки вместе. Еще раз я делаю раз, два, сел. Что делает моя рука? Правая рука у меня ходит красиво наверх. Очень такая женственная, статная. И я ручку делаю бум-бум. Это будет так моего таза. Они будут одновременно двигаться. Таз у меня делает круг вниз-вниз, а ручка делает бум. Бум, как будто она тазом не управляет, окей? Итак, мы сделали бум, и я делаю раз, два, и опустилась. Левую ручку не держите спереди, наоборот, ее раскройте назад, чтобы у вас грудная клетка была красиво раскрыта. Соединяем. Я сделала come on, press me, I'm feeling so sexy. Здесь прямо нужно всю свою женственность, всю свою энергию, мимику, харизму раскрыть именно на этом движении. Делать это сочно, вкусно, так сказать, в соусе и красиво. Прямо будьте. Смотрите сверху вниз, расслабьтесь и сделайте классно. Да, только быстро не садитесь, держите себя на ваших ногах, нужно поднапрячь здесь мышцы ног. Итак, мы сделали с вами command rest me, I'm in so sexy. Прямо себя почувствуйте, как треки боец. Окей? Давайте я вам покажу. Поехали. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so tight. Давайте еще раз. Спасибо. Здесь маленькие засадочки. Смотрим. Hello. What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so tight and I'm needing you to stretch me. А кто сейчас реально со мной тренируется, просто смотрит и наблюдает, вы можете почувствовать, как все напрягается, пресс, руки, ноги. Вот, если делать именно с полной силой, и вы можете понять, как классно прокачивается тело во всех местах, то есть ягодицы, икры, плечи, пресс, спинка, все работает. Вы пластичные, сильные, пластичные, сильные, гибкие, при этом еще и женственные, да, то есть это вас раскрывает. И достаточно эмоциональные вообще танцы в своем роде, поэтому я вообще за танцы двумя руками. Давайте еще раз посмотрим и пойдем дальше. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so... Да, допустим, вы это сделали, я надеюсь на это. Давайте добавим, что будет дальше. Вот. Дальше будет немножко повторной части. Мы пришли с вами сюда. Нужно делать вот что. Я думаю, что вам хватит места, потому что мы особо не будем далеко двигаться. Я делаю отсюда
я ставлю ручку правую сюда, рядом с правой ножкой, с тобой, но не очень далеко, как вам удобно дотянуться. Правую ножку ставлю вперед, вот сюда, получается, я делаю гол. Ага, левую руку провожу по корпусу и выталкиваю нас наверх, и затем быстренько собираю. Получается, раз, два. Вам просто нужно сделать такой проник, насколько вам позволяет растяжка. Раз и два. Кладу колено, кладу руку, это мои опорные точки, и делаю пробив, по себе провожу и выхожу обратно. Ручка обязательно показывайте по себе, да, можно сделать волосы запустить, можно привести сюда, можно просто до шеи куда-то, да, как вам больше нравится. После этого бум, вы быстренько встаете, вот так вот, первый таз встает, затем корпус. Соединим. Соединим мы отсюда. Мы делаем круг, круг, и раз, и два, встали. Давайте посмотрим. I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. You feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body. Конечно, здесь нужно прямо такой сделать выход силы, чтобы себя поднять, не развалиться внизу и остаться в этом положении, да, а толкнуть себя рукой, силу в ноги перенести и себя поднять. Да, это не совсем просто, этому нужно учиться, практиковаться, но я для этого сегодня вам это показываю, можете потом это отработать, если вам не удалось сейчас быстро встать. Вообще должно быть ощущение такой перемотки, вот, нажали на play и перемотали назад, и вы возвращаетесь. Давайте еще раз, без музыки. Я делаю раз, два, три. Левая ножка у меня на полпальцах. Четыре, пять. Смотрите, я поднимаю колено. Ручки перевожу сюда, между колен. И себя поднимаю. Окей? Посмотрим. Давайте соберем с самого начала. Вдруг кому непонятно. И потом что-то сделаем. Итак, у меня слайд ногой. Ручка делает воу. Я делаю в сторону, через лодочку, собираю ножку, делаю степ-бай-степ, грудь, таз, к себе, показываю на себя, ухожу, встану вниз, делаю прогиб, ухожу обратно, быстренько встаю. И смотрим, давайте два раза вместе со мной под музыку. Let go, let go, let go. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. You feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. И последний раз я встану чуть левее, а то я вот смещаюсь вправо. Hello? What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. Так, давайте дальше. Закончим, чуть-чуть осталось. Да, еще давайте 7 минут поработаем. И будем заканчивать, на вопросы с вами становимся. И мы, значит, сделали с вами бум-бум. Кому не удалось вовремя встать, ничего страшного, делайте помедленнее, да, потом просто не в такт музыки, не в том ритме, что я буду давать, но просто попробуйте все это сделать до конца. Затем я делаю шаг в сторону. И делаю волну. Как я делаю волну? Я ставлю ножку, как будто на какой-то доске еду, вот, не знаю, в море, на серфе. И я начинаю ударять от левого бедра,
затем грудная клетка, затем голова. Голову нужно расслабить. Голову. Если не получается этот элемент, вы просто встаете. Ничего страшного. Кто-то будет что-то работать, отрабатывайте. Итак, мы с вами сделали хоп. Встали и встаем сюда в диагональ, делаем бум. Волну потом проводим по задней поверхности ног. Правая у меня согнута, левая прямая. Затем поднимаемся и делаем хлопок-хлопок. Еще раз. Я сделала. Раз, два, три, четыре, пять. Бам-бам. Все, это будет точкой. Давайте посмотрим. Сейчас делаю в полную силу, как прям должно выглядеть. Hello. What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so tight and I'm needing you to stretch me. Теперь вместе со мной работаем. Hello. What's up? What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so tight and I'm needing you to stretch. Еще один момент, да, тут вам непонятно, я что-то очень быстро тут все объяснила, как мы делаем сюда вниз, не через такую спинку, у Агни за живота волна, воу, и наверх, воу, и здесь командирование. Давайте сделаем в последний раз, и затем включу комментарий, уже буду отвечать на вопросы, что где непонятно. What's up, baby? I need you right now. What you doing? I'm all alone in my room, laying on my bed sheets. Come undress me, I'm feeling so sexy. Are you feeling so sexy? I'm feeling so sexy. Come undress me, I'm feeling so sexy. My body's so tight and I'm needing you to stretch me. Come undress me, I'm feeling so sexy. Супер, включаю комментарии. Так, надеюсь, меня уже было хорошо слышно. Если что-то там были какие-то дефекты, в любом случае вы смотрите и виртуально зрительно запоминаете. Так, как дела? Расскажите. Да, всем привет, всем, кто смотрел. Кто не смотрел, можете позже посмотреть. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Спасибо большое. Можно в своем темпе отрабатывать, как вам удобно. Можете эту связку, вот этот набор движений, поставить под свой любимый трек, например. Спасибо. Спасибо, спасибо, мне очень приятно. Благодарю. Да, если будете его танцевать и куда-то выкладывать, обязательно мне присылайте или отмечайте. Так, все быстро, что с третьей части ушли руки по корпусу. А можете еще объяснить, что за третья часть? Я могу еще раз что-то повторить. Все доступно, понятно, я рада. Кому-то что-то было непонятно, если я быстро объясняла, будет сохранен эфир, и вы можете его посмотреть снова. Также подсказываю такой лайфхак, как я иногда делаю. Вы можете сделать запись экрана, и вот уже на слоумо, на просмотрах вырезать какие-то моменты, делать помедленнее, да, чтобы все вам было понятно. Спасибо, спасибо. Да, если есть какие-то вопросы по танцам, вы можете их тоже задавать. У нас еще есть 10 минут. Еще раз пробежать. Дальше есть. Вы можете посмотреть это в моем инстаграме, в личном аккаунте «Твоя лирика». Там есть эта хореография в полном разборе. Вот. Если вы захотите выучить дальше, вы можете посмотреть, можете мне написать, я вам скину. Вот, можете доработать. Давай, станцую еще раз. Поехали. Итак, если медленно получается.
я делаю слайд, подхожу, корпус у меня в диагонали, прямо я делаю лодочку, к себе подхожу, грудь показываю, таз делаю такой вывод волну, ручки к себе и показываю на себя, головой киваю, подхожу ножку, раз, два, подхожу себя, прогиб и поднимаюсь, воу. Затем делаю степ, делаю волну, провожу по задней поверхности бедра и снова наверх. И делаю хлопок, хлопок. И здесь прыгает у вас бедро торчит. Все, я сделала. А, где можно трек посмотреть? Я вначале сказала, может быть, было не слышно. Я сейчас сохраню эфир и в комментарии напишу название трека. Договорились? Вы можете его чекнуть и... Показывала спиной просто так, чтобы, может быть, какие-то элементы вы поняли, как спиной выглядит. Нет, все вот вы делаете, как будто вы в зеркало смотрите, хорошо? Можно ли похудеть на танцы? Да, конечно, можно, смотря с какой стабильностью вы занимаетесь. Вот. Я танцую в неделю, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, около 10 часов. Да, и, конечно же, это на мой организм откладывает только приятные какие-то бонусы. Я только этим, как бы, танцами живу, получается. Вот. Этого мне хватает. Ну, конечно, правильное питание, много воды, массажи, бани. Вот, все, весь спектр полезностей, которые могут вам помочь. И вам спасибо, что вы смотрели. Так, есть над чем работать, благодарю. Руки к себе, потом было по корпусу. Но я уже сделала медленно подсчет, ты можешь посмотреть. Будешь ли класс в Москве давать? Это топ вопросов, но это уже такие личные вопросы. Вы можете мне написать в аккаунте, но да, я планирую приехать. Да, спасибо вам. А в каких я стилях танцую? Вообще я это в какие-то рамки никогда не завожу. И вообще я такой очень скромный человек. И я начинала с твёрка, потом... Приехала в Питер, начала много заниматься другими направлениями, хип-хопом, стрип-пластикой и пол-дэнсом, вот, и хип-хоп-фэм, и хай-хилс, поэтому вот все, что я умею, я это показываю, я ни в какие рамки это не завожу, вот. Да, это интересный стиль, такой он мне больше по душе, вот, и многим девушкам, я думаю, тоже. Так, ну все, мне кажется, я могу уже завершить эфир, я его обязательно сохраню. Пожалуйста, его посмотрите, вот, если вы не успели что-то... Да, спасибо, если вы не успели что-то понять. Нет, это, к сожалению, мой... Да, стилизы, спасибо. Это, к сожалению, мой первый и последний эфир. Вы можете посмотреть еще эфир после меня в субботу от Ульяны. Обязательно смотрите, она будет рассказывать больше о разминке, больше, наверное, чем я, она знает. Вот, более такой профессионал, поэтому смотрите обязательно в субботу ее эфир. Она расскажет о дыхательной гимнастике, о суставной, поэтому вот не останавливайтесь только на этом эфире, а смотрите дальше, развивайтесь. Это очень важно в разных направлениях. Мне 27. 27. Все. Всем спасибо, благодарю. Завершаю эфир. Йоу.